Павел Гончаров. В красном углу боксер Николай Девич, в синем Павел Гончаров. Весовая категория свыше 91 килограмма.
синем углу готовится к продолжению боя Павел Гончаров. Павел с 1999 года рождения. Он представляет спортивную школу Олимпийского резерва. Боксом занимается 2 года. Является кандидатом в мастера спорта. Тренируется под руководством тренера Михаила Дьячкова. Павел провел 20 боев, 18 одержал победу. Все команды за рейд. Коля, молодец, поехали. В этом бою победу одержал боксер из Красного Угла.